26 мая церковь празднует память святой мученицы Гликерии. Святая Гликерия пострадала за Христа во II веке во время гонения императора Антонина. Святая Гликерия происходила из богатой семьи, ее отец был императорским чиновником. Семья Гликерии жила во Фракии. В юности Гликерия лишилась родителей, она сблизилась с христианами и приняла крещение. Получив наследство, святая много помогала бедным и больным, исполняя заповедь Господа о любви к ближним. В городе многие любили святую Гликерию за доброту и милосердие. Когда началось гонение на христиан, правитель города приказал всем жителям участвовать в языческом праздновании и принести жертвы. Святая Гликерия решила открыто исповедовать перед правителем свою веру. Об этом она рассказала христианам. В день празднования она пришла на городскую площадь. На ее челе был начертан крест. Правитель приказал схватить святую. Гликерию заключили в темницу, а на следующий день предали мучениям. Святая Гликерия молилась о том, чтобы Господь вразумил язычников и привел их к истинной вере. Видя невинные страдания и веру святой Гликерии, темничный страж Лаодикий обратился в христианство, за что был казнен. Святая Гликерия в скором времени также была предана смерти, сохранив верность Господу. Верующие с честью погребли останки святых Гликерии и Лаодикия.